Не за что. Завтра да пронесем, если ее Калгалон останется перед Хэмом. Ты зашел? Катрисе. Да, я тут. Все, все готовы, бьем мобов. Три мага, две совы, Варахель и Вилаша. Остальные на арене. Ой, ты сейчас на 3 минуты отойду и прибегу. Очень еще срочно зовут. Сзади, в конце коридора, стоит моб. В звезду перейдите. В правую сторону. По левой идет огонь. Теперь в левую переходим, по правой пойдет огонь сейчас. И одновременно бьем мобов. Также по правой идет. Так, опять так же по правой. Так, теперь по другой сейчас пойдет. Направо перебежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, когда зашли в эту комнату, под ноги, под пятки босса встаем. У двери не останавливаемся. Потому что он делает рывок. Если он делает рывок в ворота, он заэвэдится, появятся все мобы заново. Ну, будет вам. Так. Давайте немножко это... Стопните дамаг. Пускай танка похилит. Нам нужно этот обычный режим запустить. На хэме попадаем. Сейчас бы, я не знаю, человека 3 хотя бы можно было хэм делать. Моб побежал, его надо сюда вернуть. Добейте моба. Вот он захилился на фулы, можно косты сбивать. Стан давать. Сейчас, когда мелкого и большого убьем, не спешите пробегать. Подождем 50 секунд, чтобы изи мод запустился. Когда это, короче, тут постоим, потом побежим, когда скажу. Все, стоим, пока не заходим, стоим здесь, чилим. 30 секунд еще. Вон круги, короче, есть, по ним нельзя пробегать, надо по стенке бежать, либо по левой, либо по правой. Ну и чтобы босс активировался, надо будет по нему ударить. Сейчас мы тут стоим, чтобы случайно никто не ударил. Это сложный режим будет. Все, пошли по стеночке. Ну на изи режиме у него хп меньше. Сколько там, 17 лямов? Не. На сложном побольше, он бьет побольше. Плюс сиф еще дамажит он. Все, вот тут вот, где звезда стоит, вот тут сейф-зона есть. Здесь никогда не задевают эти, как они называются. По 3 человека можно вставать, по 4 уже не рекомендуется в одну точку вставать. Обратите внимание, где сейчас в босса... От одной из колонн будет идти молния в ту сторону, именно на эту колонну. Вот видите, колонна. Вот немножко вот так левее встанем. Он туда даст веер молний. Сначала он бьет мало, но с каждым веером он накапливает стак, увеличивающий урон от сил природы. Вот, вон следующая молния с другой стороны. На хэме, на актуале, надо перебегать от сектора, где молнии идут. Плюс он еще цепуху дает. Цепуха с каждой новой целью, то есть если 10 человек вместе станут, то она убьет дохуя людей. То есть по первым 3 он еще терпимо бьет, а в остальных шотает.
Еще там дисбалансирующий удар, конечно, есть для танков. Там он снижает защиту на 200. То есть босс может критануть по танку. Тоже опасная хрень. Осознать. Если потребуется, я встану на вашу сторону. Я обязан вам куда большим. Удачи. Эх, жалко. Не выполнил. Да. Кринж. Так, рецепт. Погнали, сейчас баба. Ну она в хэме простая, там 6 пачек трэша бьешь, 3 вида трэша. И все, изи. Теперь могу в кота? Да не, будь в танке. Блядь. Там и надо будет это, и мелких по размахам побить, и на боссе надо будет. Это... В принципе, там один затанчит, но это надо прям, не знаю. У Вилаши спроси, затанчит она одна. Я потанчу. Ну, там типа, если прям танк опытный, то... Я вот Мишкой танчил в актуале в одного. Нормально было. Главное... Можно лучше смотреть на... Мы сегодня, кстати, йога били без Мимирона. Нормально было. Ничего такого страшного. Ну так вот его без одного хранителя на волонер делают. Ну если неохота ебаться. А если дохуя хранителей выключать, будет сложный босс. Очень. Его плюс 0 даже, наверное, сложнее Джай. Ну как Джай, например, также очень сложный. Дохуя механик. Мелкий красиво сделал. Захранивал большого. Пришел и пришли мелкие. Втанчил их. Да. Так, дал звездопад, надеюсь, никого лишнего не сагрил. Че вы это молчите, приуныли как-то или что? Давайте что-то попиздим, ебать. Так ты про одно и то же все говоришь о том, что... Давайте разбавим эту хуйню как-то, не знаю, дайте какую-то тему, я хуй знаю. Я вулдрим или маг? Просто видишь, днем сегодня про насилие всю эту хуйню. Как бы, ну понятно. Ключевые боссы, по сути, все равно йогу с алгалоном. Не скажу, что они сложные, но когда пачка 25 человек, там как-то проще из-за того, что ТПС есть. Тактика еще бы вот объяснялась прям. Так я все объяснял. Ты что, не слушал? Только что все на боссе объяснил. Ну сейчас да, а там я вообще типа ничего не понятно, там со второго может быть. Ты про алгалона, что ли? Да-да-да, про него. Ты был сегодня на нем? Да, я холь ДЦ. А, ну вот, так там же легко все видел. Красные точки отбегаешь, нахуй, черная лужа, заходишь на суровом, блядь, все легко, пиздец. Изи, блядь. Ну, блин, это если ты смотришь вообще, в принципе, под ноги. А так вот у меня 25 зеленых полосочек и как-то это. Да нахуй эти полосочки, блядь, ну вслепую считаю, ну по-другому больше никак. Ну, любой хил вырабатывать должен автоматизм. Это у меня, видишь, не получается. Я не на постоянке на хиле играю, чаще танчу, поэтому я больше. Куда смотрю? Опа, на. Че, и выйдем? Да, вайпаемся. Стоп, дамаг. Падаем, спиной стоим к боссу. Не бегайте никуда. Можете сагрить все, короче, и сдохнуть. И заново. И никто тело не покидайте, пока все не сдохнут. А можно фрею сагрить и всем обыкнуть. Все, что хотите, агрите, только сдохните и. Этот, как он называется? Не покидайте тело, пока не свейдится все. Сейчас все сдохнем. Не бегайте далеко в инсте. Умрите. А то эти мобы пиздец заебутся вас искать в этих джунглях.
Да, упадите, сейчас весь трэш вас убьет. Древний не надо бить. Да не хотят меня бить. Пиздец. Спиной встань. Дай лужу, на тебя пойдут. Ну, наконец-то. Да. А, Вилаша, чё? Ты смотри, ты, ну... Вот ты снимешь диван, и чё делать? Зачем диван дали вообще? Ну-ка, ну я хуй знает. Диван, чтобы не ломать вещи. Всё. Хорошая вещь. Ну, главное, чтобы не спулились мобы еще раз. Все, заходим. А, ну всё рассчитал. Заходим, мы в оранжерею протуемся. Всем привет. Привет. Непривычно по рации говорить. А чё так? Да я, у меня просто это на наушниках есть специальная кнопка, которая отключает микро. А ты вот кто вообще? Вадгерн, Зибит. Ты такой вар, можешь? Короче. А у тебя персы есть какие-то посерьезнее, чем этот вар? Ну, да, как бы, но на паладина там особо ничего не нужен, именно тринкеты. Понятно, задонатил. Сука. Донатируйте. Он мне напоминает гуделка, блядь, с циркуля нах. Не понял. Просто, блядь, AirPal с 5 шеймами. Не понял. Не, уже не напоминает. А чё, где остальные челики все? Не рисуют. Твою мать. Крестните медведя. Я попал к Мимирону. Так, пока вы рисуете, что ли? Не туда зашел. Было в оранжерее. Ну а что, почему бы и нет? Так а чё, в какой гильдии ты играешь? В Незнайках. А во сколько там РТ? Обычно по-разному. Ну, я все равно планирую отпуск взять от гильдии. Ну, короче, бабник по гильдии. Алло, извиняюсь, очень-очень-очень нужно было срочно это ходить. Пошли дальше. Я вернулась. Мобов. Бить. Чёвка-то могу? Давайте мобов бить. Амплеточник. Корни дал. Мелких отводим. Смотрите, там еще это... Придет. Рея скоро. Блин, Ульда это самый красивый рейд. Я вообще в шоке. Ну, по факту. Он настолько красивый. Я... Вай. Кайфую. Ну, о, тебя пустили в канал. А ты перешел уже сюда, в гильдию? Или еще нет? Нет. Еще? Он вообще говорит, он тут проездом. Как Риддик. Обалдел? Обалдел? Задоначенный весь говорит. Да, чего? Да, давай это... Как это называется? Эксплуатируй пацанов по полной. Не уважаешь меня, получается, да? По полной. И так, и эдак. Доверие минус ноль. Так, вон еще пачка таких. Вот так вот получается. Так, ну там две ровесты. И да, я не донатер. А просто бич. С этого все начинают. Да. У нас в гильдии. Сначала мы бичи, а потом мы уже, блядь, тертые калачи. А потом кирпичи. Опытные... Бичи в квадрате. О. Сначала бичи, а потом кирпичи. Вот болезнь надо сдиспылить, а то оно больно бьет. Вот так вот, чисто оп. Яд. Чисто оп. И попа уже болит. Оп, оп, опа. Ногою топ, так. Штоп, 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 штоп. В жилах кровь кипела. Это бот заиграл такой музыкальный. Знаю, это какая-то песня была. Музыкальный бот новый. Ты сам придумал. Нет, это какой-то это. Как он, блядь, Сява или кто он? Вот дурачок. Сява, Сява, ебать. Это какой-то трэш. А, кстати, там вот, вот когда бери Тарима, там можно ему цепью молнию сбить? Нет. Фак. А я пытался сбить все время. Тарима? Хорош. Тарима? Тарима? Торима, может быть.
Таорима, ну блин. Надо правильно я называть. Я говорила про русский язык. Вещи своими именами. Талдаром, Валанар, Келесит, ну типа по-нормальному, чтобы было. Да, слова. Это братьев Акробатов я знаю. Ну да. Ты хочешь, чтобы я потанчил? Хочешь побить? Не, в принципе, в наш... Кто потанчил? Она хуя, здесь один танк нужен. Ну да, в принципе, да. В каком-то гире, блин. А Влаша затанчит? Что позорится? Я бы... Ну да, так-то, блядь. В каком-то гире. Я в 230-м мишке танчил соло, да. Ебал, хуй. Короче... Так что, Ленчик? Люнчик, так блядь, что? У нас топовая гильдия, короче. И если зазовешь сюда корешей, короче, десяток, которые ага. будут играть по КД, короче. Будешь нормальным пацаном, короче. Ровным. Ровным. Почти не бичом будет. Вот, а ты Морике не продавал там или Амвей какой-нибудь? Не, хуй знает, не знаю. Я бы получилось. Мне надо понять все инсты для начала. Ну вот тут ты поймешь. Как бы шмотки шмотками, а главное изучить. Да шмотки это фигня, тут тактики так Войт классно объясняет, зашатаешься. Да. Только умно не обижаться. Стой, да, вот... стой, смотри в стену, нахуй, и все, блин, вот и тактика. Не люблю, зайдет, нет? Дайте приступав, пожалуйста. Не давайте, не давайте. А чё Мак ушел? Он ещё расстроился? Он охнулся. Он плачет. А чё, а кстати, почему он расстроился из-за двуручного меча? Я сейчас не понял. На мага. Пиздец. Я так там тема в том, что ты его даже в коллекцию типа не добавишь. Ну да, того, я вот тоже подумал. Это же двуручка, во-первых, и меч. Похуй. На эту двуручку. Так. Никто босса не бьет, там ждем, когда мобы выйдут. Так, особенности Фреи. Особенности Фреи. Стоим. Какие? И смотрим. Стоим на РНЖ друг от друга. Облизываем пятки. Она будет кидать луч солнца в случайного человека. Вот этих мобов от лучей света отходим. Этих мобов надо залить одновременно. Да. Mm-hmm. Если будет из земли вырастать зеленая елка, то надо ее убить в приоритете. Сначала ее, потом все остальное. Корни можно разбить, либо дать фридом. Елка появилась. Ёлка. Дар Эонора. Надо убить. Надо стунтить мобов. Стунтить мобов Вилаши. Виланию сейчас убьет моб. Почему-то дайте ему стан хватопрету. Да. Такой вот инстульдвар. Веселый и задорный. Если 12 секунд моб проживет. Вот. Ну, типа, они фулл хп восстановят, если с разницей 12 секунд не убить. Нужно их одновременно заливать. Вот. А мы убили одновременно или нет? Нет, ну, не почти. Одновременно. Ну, главное, чтобы 12 секунд не прошло. Если пройдет 12 секунд, то мобы просто фулл хп отрезают. А Дар Ионара, которая елка вылазит, она резает фулл хп и мобам, и боссу. Ну, так как босса сейчас бить не надо. Ох, ни хрена. Сначала Дар Ионара. Теперь одному надо бить, со столба света выходим. Теперь надо бить, выбирать одного моба и бить только его. И РДДшникам нужно находиться на РНЖ от пачки мобов. Миликам тоже, когда у них мало ХП, надо отходить. Бить мобов одновременно нельзя, нужно и по одному убивать их. И рейндж взрыва 15 метров. Нужно находиться от пачки умирающих мобов подальше. Один не шотнет, вот, ну, нормально. Все, и добиваем. Ну, а следующая волна мобов... Моба. Там будет дерево такое. Дерево. Не такое, не елка, вот эта ветка елки новогодней. Ну, дедушка такой. Будет древень такой. Как Властелинный колец энд такой, который древень был. Вот. Как в третьем варике. Интересный этот босс спрей. Вот, из столба света выходим. Нестабильная энергия по 5000 бьет. Войт. Ты еще грибы не видел. Войт. Теперь надо встать под грибы. Потом, подождите. Я тактику рассказываю. Вот, надо встать под грибы. Если ваш гриб слишком большой, то он скоро исчезнет. Нужно найти маленький. Грибы! Под грибами должны стоять все. И милики, и танки, и РДД. Вот я перепрыгнул в маленький гриб. Если появилась... Дар Ионара возле звездочки появилась, быстрее убейте. Если вдруг в грибе, в котором вы стояли, неважно какого размера, появился столб света, надо оттуда выйти. Вот, ищи маленькие грибы. Я на той стороне берега нашел гриб. Вот. Нормально.
Если ваш гриб слишком большой. По-моему, каждый РТ люди под грибами, хоть маленькими, хоть большими, блядь. Сука. Грибы. Все, теперь это все повторится, только порядок мобов может быть случайный. А вообще, Фрей не нужно убивать или нужно убить? Видишь, стаки у него есть. Вот их нужно снизить, чтобы она не хилилась, она не хилится. Мобов убить надо одновременно. Прием. Хотя бы, чтобы 20-30 было. Одновременно. Ёлка. На том берегу ёлка. Дар Эонора. Ёлка. Забыли про мобов. Убейте дар Эонора, иначе нахилит на фулл хп мобов. Отлично. Теперь больше по хватоплёту, потому что у него больше всего хп. Можно ему закинуть стан. Те мобы уже при смерти. Вот видишь, хватоплёт шотает людей, потому что его не успевают стаунтить. Набрать на него агро. Или мелкие шотают. Вот, остался грозовой плюточник. Его никто не бьет. Если вы не будете бить его, сейчас резнутся фулл хп мобы. Повезло. Смена формы снимают корни. Так, бенстиллер лежит, чилит. Вадикон ресы бенстиллера, кает ресы Катрисия. Ресы каета. И тогда продолжим наше веселье. Дар Ионра появился, надо убить. Дадим туда пару кастов. Даже не успел докастовать. Даду. Так, оп, мобы, которых надо бить по отдельности. Ну, я сначала дам звездопад, конечно, но он не убьет всех сразу. Но облегчит нам работу. Хейли вылетела. Вылетела? О, хуёво. Очень. Может быть, упадем, а там вдруг осколок будет? Не, не надо. Он в игре пока еще. Он пока еще в игре. Если что, перекину. Сможешь же его забрать, по идее. Ну вообще, да, видео есть. Главное, чтобы он при пуле босса был. Да, видео есть, можно осколок передать будет. Если что, видео киньте есть. Киньте по шляпе дерево. Что-нибудь, типа касочки, пожалуйста. Нара сзади. Сбили. Босса пока смысла бить нет, он все равно отхиливается сильно. Сейчас последний грибной дождь будет. Дождь грибов. Аллилуйя. Так, скоро вызовется моб. Грибной рай какой-то. Вот, встаем под грибы. Грибы. Встаем под грибы. Вот гриб появился, я в него встаю. Нормально. Но если появится тут луч света, надо будет уйти отсюда. Так, бьем грибного дядю. Так, дар Ионора где-то дерево. Появился в дерево. Слева появился слева. В ручье. Быстренько зерганите его. Вот, отлично, успели. А знаете, флора и фауна здесь прекрасны. Чё, давайте Геру фул по боссу. 325 грамм сушеных. В случае выйдете. Ну, будем надеяться, осколок... Подойди к луже. Осколок не упадет. Сейчас в Ульдаре надеяться, что осколок не упадет. Нет, так упадет, там же можно его кинуть. Ох. Просто гемор. Ну, если что, видео убийства есть, то, что он хилил, вот. В рекаунте тоже есть Орехель. Этот, ёлка выросла. Ёлка растет. С луча выходим. Бать мой хуй! О! Какашки раскинули, мы забыли. Два раза подкидывать, это нормально? Вот это да? Победа. Но было близко. Образумили. Сейчас они еще взорвутся, смотрите. Бах. Я на минутку отойду, там ребята в гильдии пишут насчет слотов там и все остальное. Там в Рейне или Блич ты пришел. Mm-hmm. А астроническими сферами ты забираешь просто, да? Да. Сферы, да. Этот самый, кто он? А они вообще для чего нужны? А там крафты 226. Войд! Чего? У меня новости хорошие. Так. Я выкрутила все, что было на минималке, так. И ни одного лага не было. Не считая вылета Сируса, но это их вот проблема. Вот это да. Прикинь. Ну все, получается, ты сможешь одеть ДЦшника и ходить в Геру. Ура! А не, подожди, сейчас она в ТГ-25 сходит, охуеет. Надеюсь, нет. Вот я думала об этом все время сейчас. Как там будет сильно? Запрос? А чё не через /V там писать? Да. Ну, у него ассиста нету.
Да покидай тело, сама портанешься. Искру воображения, самый нижний портал. Спасибо. Хоть сказали, куда. Ты же была в первой. К Мимирону там? Да я все равно же путаюсь. Так попортуйся разок по ним, посмотри, что где находится, и все, и запутаешься. Ну, оранжерея это понятно где. Ну вот, искра обожжения тоже понятно где. Нет. Не, ну... Понятно же, искра обожжения. Нет. Искра обожжения белорусских техников. Чудо белорусской техники. Так, то есть искра обожжения это Беларусь, понятно. Ну это не Беларусь, это тут чудеса белорусской техники. То есть комбайн... Лётное судно, корыто, летающее. А вот вопрос, Ульдвар Гер вообще открыт? Нет. А, она откроется когда, примерно? Да неизвестно, я не знаю. Когда Т6, интересно, выйдет? Там, по-моему, Т5. Дайте кто-то гильдбанку, мне забавилась кнопка. Так, за Фрею я дал. Все, Мирон остался. Угу. Так, рыбка кончилась. Чё, упал сколк? Нет. Он когда а выйдет Ульдагер. Ульдагер когда выйдет. Получается, Волонер тоже. Волонер точно. Не будет, будет другой собираться. Ну, Волонер все равно хорош вроде. Да, только что... Волонер обычка, это бизда Волонера Гера. Весь рейд об этом говорили. Так, размутываю, короче, карбонару с бенсилием. Надеюсь, флуда не будет такого сильного. А, они до сих пор муси были? Ну, были, но. А токен на воина там придали. Пожалуйста. Так, а где бенсилер? Белаш уже готова нажимать кнопку. Не надо. Не надо ничего нажимать. Так, рассказываю обычный режим. Значит, сначала появляется белорусский трактор. Называется Левиафан 2. Вот. И он раскидывает вокруг себя навозные бомбы. И сейчас будет кастовать шоковый удар. Велики, можете уже отойти от босса. Только не пробегите по видам. Ну, 100 тысяч урона наносит эта хуйня. Вот, видишь, историю убила. Он на навозной бомбе, наверное, подорвался. Так, а кого еще убило? А, все. Ну, просто зергается этот трактор. Приходит в негодность. А, гермод? Гермод... Вот, бомб еще раз. Хрем. Тут хрем вообще отличается. Не взрывайтесь. Особый. Там будет огонь вокруг. Будет много дамага по рейду. Не, а в плане перевести хард мод. Сложный режим. Сложный режим. Если... нажимается просто вон кнопкой красной. Если кнопку нажимаешь, там вокруг будет огонь, его надо тушить, и все. Не знаешь, как тушить, вайпаешься. Вот и все. Интересно там, а да, и конкурсы. Можно плюнуть просто в огонь. Тут появился белорусский комбайн, он перемалывает зерно и выстреливает его из рук с такой скоростью, что оно превращается в лазерный луч розового цвета. Ну, если ДПСа не хватит, мы, в принципе, можем увидеть этот луч. Не знаю, поставлю себе звездочку на всякий случай. Когда будет кастоваться лазерный обстрел, надо будет встать за спину босса. Спина босса находится, где висят две красные ракеты. Если 8 человек не будет на РНЖ, то ракета может прилететь в мили-зону. Ракета наносит 1 000 000 урона. Если не отойти с красной точки на полу. Вот она кинулась куда-то, но там челик отошел. Скоро будет лазерный обстрел, готовимся. Готовимся зайти за спину. Подбегите поближе к боссу, чтобы успеть зайти за спину. Все, за спину перебегите, за спину, за спину, за спину, за спину. Кто не успел, тот нуб. Как дела, Вар? Оу, я еще слишком в
Белорусский комбайн побежден. За спину забежать несложно было. Не, я в спине стоял. Так, сейчас появится белорусская летающая тарелка. Летающая ступа с Бабой-Ягой. Оттуда будет выкидываться, ну, проклятие Авада-Кедавра, короче. Будет в случайного игрока оставаться. Вот, а еще будут призываться вурдалаки и эти, как они называются, бесы, там, хуй знает, черты, как в Ведьмаке. Их надо будет бить. Вот бесы маленькие. Я понял. Бесы маленькие, короче, а черти большие. Из больших чертей будет выпадать силовое ядро. Если его заюзать из сумки под, ровно под головой, под летающим судном, то это судно упадет на землю. Вот, штурмовой бобот вышел. Смотрите. Вот. Судно упадет на землю, в него можно будет сходить, да, получается? Да, можно сходить, да, в него, ну, отлить можно на него, сходить. Ну, по-большому, по-маленькому, как хочешь. Вот смотри, оно приземлилось, подходим, обоссываем его. Вот так, да. Это... Как тебе Мимирон нравится такая хуйня? Мимирон, на самом деле, это потомок, предок, или как правильно, предок белорусов. Гномов? Понял. Белорусская техника же. Типа белорусы по этим чертежам создали свои трактора, все белазы. Как есть. Да, на массе таких собирают. Как он инженер от бога. Этот, вот сейчас вот эти три части объединились в одно целое, это появляется чудо белорусской техники. И если, короче, одну часть убьешь, а остальные или две, или одна части 12 секунд проживут, то они на фул хп захилятся. Поэтому нужно бить ту часть, у которой больше хп. Давать максимальное АОЕ по... Ну, первым, кстати, эти части будут юзать ульту свою. Первым будет, если что... Левиафана бить сейчас лучше. Первым будет, да. Если что, юзаться обстрел. Поэтому ищем, смотрим, да, именно на туловище. Боюсь. Смотрим на туловище. Ой. И если будет... Вот скоро будет кастоваться обстрел, если он будет кастоваться с туловища. Вот, то нужно уйти за спину. Показываю звездочкой, где спина. Показываю звездочкой, где спина. Показываю звездочкой, где спина. Идем. Давайте, добивайте. По кругу. Все нормально. Отлично. Повезло. Ура. Повезло, фартануло. А что вмахало в меня вот столько урона? Много, тут очень много цифр. Да, не обращай внимания, что-то убило. Ну, ничего страшного, бывает. Ракетный залп, ну это я про это и рассказывал. Это зерно, которое со скоростью света. Это которое на полу лежат? Это из комбайна, которое вот среднее тело картошка было, да? Улетает, да, угу. Ну не картошка, там зерна. Лежало, потому что судно вывалилось. Я даже не заметила этого. Комбайн выпрыгнул картошку. Ну, да, конечно, не заметил. 3 километра. Конечно, не заметил. В одну минуту. Что это такое? Что это тарантия такая? Вот видишь, тоже. Так, куда чарочка хорошая. Какая чарочка? А куда мы летим? Могу? Формула. На Синдру. Обвалившаяся галерея. На Синдру? Обвалившаяся галерея. А чё руки отдали этому Локу? Не знаю, там лутали все сами, кто хотел. А, лутали. А какая раса лучше на шамана из двух? Этот, Зандалар или Ночнорождённый? Валившаяся галерея и налево по лестнице. Где голова лежит. Калагарна. Так. Что-то вообще усталость накатывается в этой ульде, блять. Второй подряд на минуточку. Я понял, Равист. Бенслер, а ты видел, как я вчера зов соткой тоже вырядился? А, ты зов словил? Соточкой. ГЦ. Ой, красота. Ты все быстро бил пару минут. Че, я пуляю? Угу. Только хилы, надеюсь, есть. Надеемся. Я запутался нахер.
Плечи у меня нету, у меня руки, короче, на рогу лежат. А плечи вроде нету у меня. Кто-то спиздил. Какие плечи? Вы это говорите? С Мимирона какие там. Я не знаю. С Мимирона? Кто я взял? Гибкие столетия. Нахуя она вспышка? Она прокает слабо. Она же это. Это же как Талик. Талик тупо сильнее будет, чем эта вспышка. Он на мне там. Я ходил, кстати, какое-то время с... А вопрос, а формулу будем родить? А какая формула? Я не видел, у меня нет. ЧАР для оружия, отведения удара. Ее никто не забрал даже. Ну, у меня нету, понимал. Нету проф. Там даже не написано, что кто-то забирал. Скорее всего, в боссе лежит. А я тут кончатель видит. Ее может, то у кого профа есть, увидеть. Ну, куда бежать, где забирать? У меня есть профа. А, точно, мне, я же не за роги, блин, у меня на роги это а где забрать можно, скажите, чар. Пожалуйста. Какой босс? Ну, кого мы сейчас убедим? Мимирон. А можно я сбегаю быстренько, посмотрю? Ну, иди, смотри. Ну, пощупай, пощупай его. Спасибо. Если что, то можно просто по левой стеночке быть или по правой. Да, я посмотрю. Так, все прошли, смотри. Ну, да, сейчас посмотрю. Кроме тебя. Не, я последний пройду. Последний тут лох. Я понял, нах. Вот те руки, я не знаю, как нужны. Мы его что, не будем бить? Батерарников с плечом. Ну, вообще не обязательно, если его пробежать можно. Это босс, получается, да? Просто это всем убирайтесь и бежите. Она не выдает ЭД-шки? Нет. Это не как Варька в целка. Капец, мы с обеда здесь в ульдах сидим. Вай. Наслаждайся рейдом. Даже я сегодня устала от первой ульды. Я устал, босс. А можно взять с босса, поставьте там лут какой-нибудь, пожалуйста. Так-то, ну, ты, чтоб проще было, ну, ты можешь назвать свой ник. Нормально будет, да? Хольд Светик. О, другое дело. Пробуй. Ульда очень красивая, она классная. Да. Но она вот, когда вот постоянно ходишь, не знаю, просто она долго живёт, что-то когда идет. Выйдет гермод. Когда долго идет, это прям... Да, я прям ожидаю, как она живет. Че, можно, да, я изучу этот отведение удара? Ну, я хуй знаю, ну, всем похуй, кроме тебя. Не, ну учи. Да. Ты забрал? Помню, как мы на освоении тут сидели по 8, по 10 часов. Да, спасибо большое. Кстати, я помню, когда мы еще с этими, с Тополу сюда ходили, это раз, по-моему, или сколько мы сюда, один раз зашли в десятку. Ульда это клевая штука. Ну, типа, тут, видишь, на Сирусе в чем проблема? В том, что тут контент слишком широкий, то есть очень дофига деятельности разной, помимо PvP, помимо PvE, видишь. И поэтому времени очень мало на все это. Проносится не все так быстро, не все все идеально делают. Да, не все хотят поторопиться. А на циркуле, когда ты сидишь, у тебя один халеонный лич, там туда ходили чисто, вот реально сменить обстановку, потому что уже реально лич с халеонного не заебывали. И сюда ходили чисто за престижем, то есть мы ачивки делали. Ну, смотрите, пожалуйста. А сейчас такое состояние, что ачивки ни в хуй не уперлись, ну, полная хуйня, бесполезная. Давайте сумнем там 4 человека. Блин, сейчас вот проблема вот Сируса, это вот много людей просто торопятся куда-то. Ну а только так всегда, понимаешь, это психология человеческая. Да. Один раз вайпнулся, все, уже все, ливаю. Это эрденцы. Ну, в плане, ну, полной школоте. Там где-то 10-12 лет. Да не только, знаешь, я за все эти годы понял такую вещь. Если ты идешь в топовую гильдию, то только с целью либо перса продавать, либо быстро одеться и сидеть в долларане. Но опять же, проблем, ну, везде дохуя, нет такого, что ты пришел и все идеально. Ну, идеально, ну, вообще это, нет. Это само собой. Ну или бить Халеона в Гере и кричать «Абэмэн». Первым заливаем череп. Череп и ледяной маг квадрата, они дают, да, можно, они дают сало. Череп первый заливаем, потому что он еще хилит. Сейчас он протанется в рейд. Зачем ты его разморозил?
Да, это грустно. Ну просто сало вечно весь рейд дает. Так, ничего страшного. Да, сало пиздец. Вот какой даун придумал, да? Сало. Секунд 20, наверное, висит, блядь. Душегуб бьет меня. Как дела? Абема. Дорогая. У меня свои счеты с Юксароном. Что, будешь соло его бить? Ёбаный фиг, козёл. Просто неохота убить его. Кому прикольно, он же... Будет в Карстоуне. Кому прикольно... Ой. У меня вон в этом, как он называется, на канале, на цирклевском плейлисте, ну, это, есть, как мы ачивки делали, блять. Я про товаром танчил, нахуй, ебать там ачивки, пиздец. Залить 10 мобов или 12 на йоге, за 10 или 9 мобов за 10 секунд, нахуй, или за 12. Ебать, ты когда их уешишь, они взрываются, нужно танку прижиматься. Плюс еще всем косты сбить одновременно невозможно, рейд отходит. Короче, я не знаю, я сейчас просто проговариваю эту ачивку. На мой взгляд, мне кажется, ее нереально сделать. А чего вы стоите? Ну да. Или... Да блин, знаешь, кто опять? Вадикон. Сейчас сало даст на рейд нормально, постоим, почерим. Еще одна сало. Еще одна сало. Отца сало. Ваша... Сало, которое. Знаешь, сало. Есть, я не знаю, поговорка или присказка. Присказка есть такая. Ваша сало, хуй сосало. Есть такая хуйня. Нет. Не-не-не-не. У отца есть сало. Не, это я не знаю. Это как там? Эдуард Суровый его. Мне кажется, поговорка, но при девушках не буду. Мне кажется, скоро другая поговорка аж появится. Аж хуй сосало, повесёный пидор был. Я понял, блин. Мне кажется, суровый... Как ты там сказал, суровый кто? Эдуард Суровый. Вот будет Войд Суровый еще немножко, и, блядь, пиздец. Да, просто в Comedy Club, это Харламов, он, это, когда выходил, это, ну, петь, он Эдуард Сурового все сделал. Вот там будет, блядь, Войд Суровый, блядь. Слава Сурок. Сурок. Чардж БШ покинуть тело. Ерва. Звездопад дубовый покинуть тело. Звездопад дубовый покинуть тело. Нормально. Танчу. Танчу за сову. Хилю за медведя. И... Дамажишься медведя. Вот, универсальный. И хилю за дерево. Точнее дамажу. Танчишь. И ты танчишь хилю за кого? Танчу за сову. Да не копайте вы это сейчас. Не копайте, там не выкопается, забагается руда. Рекоп слишком глубокий, не надо, парни. А землекопы есть? Блин, у меня на мэйне так землекоп. Этот, Абэм убейте нового. Абэма? Ну да, тут. Чё, фулл хп, который... Каких условий призывали? Призвали? Нет. А Бэма? Каких условиях вы проживали? А Бэма? Не знаю. В хуёвых, наверное. В трущобах вырастал. Вырос. Не в бараках? Ну, барака Бэма, нахуй. Ребят, можете еще раз сказать, пожалуйста, последовательность нажимания кнопок на шамане? На бурябай забагал. На шамане? Цепное исцеление, цепное исцеление, цепное исцеление, цепное исцеление. А, Элим? Блядь, я не знаю ротацию. Исцеление, цепное исцеление, цепное исцеление. На Элиме там идет выбор славы, огненный шок, цепная молния, выбор славы, огненный шок, выбор славы, огненный шок, выбор славы. И потом шоки подряд. Мне сказали ледяной еще и земной, а в каком? Но это когда у тебя активируется фаза. Какая фаза? Три лавы. Три лавы тебе дадут Элема. Ага. При Элеме у тебя два шока подряд, ты идешь ледяной, земной, потом выбор славы, ледяной, земной, огненный шок, ледяной, земной, ну, 15 секунд. То есть сначала мне нужно вызывать Элема, а потом кидать огненный ледяной. Да, ты играешь три, короче, выброса лавы, ну, это получается выброс лавы, цепная молния, огненный шок, выброс лавы. А зачем цепная молния? Ну, потому что у тебя кулдаун имеет выброс славы. Ты их три подряд дать не можешь. А почему не просто молния? О, господи. Молния кастуется 1.8. Ты запоминай, что тебе выделяет. И наносит 10к урона. Она не профит.
Ну, а если у тебя хосты нормально, то тебе стоит бросать выброс славы, огненный шок, он 2 секунды кулдаун. Ты типа после огненного шока даешь цепную молнию, после цепной молнии еще один огненный шок, после огненного шока даешь выброс славы и повторяешь эту ротацию. Пока у тебя не прокнет элем. Элем прокает, ты даешь 2 шока, лед, земля. После этого ты даешь выброс славы, снова лед, земля. После этого огненный шок, снова лед, земля. После этого выброс славы не кидаю. Молнию, лед, земля. После этого выброс славы, лед, земля. Ну, короче, такая ротация. У тебя в приоритете идет выброс славы. То есть после того, как я призывала Илема, я уже выброс славы не кидаю. Ты его кидаешь в...